Добрий вечір. Це тема дня. А тема нашого ефіру – зміни в обслуговуванні споживачів газу. 30 січня Кабінет міністрів України прийняв рішення про зниження норми споживання газу для побутових споживачів, які не мають лічильників. Тепер норма складатиме 3,29 кубічного метра на людину. Як це рішення вплине на споживачів газу на Миколаївщині? Які ще зміни відбулись і відбудуться у цій сфері 2019 року? Куди звертатись миколаївцям з питань споживання газу і розрахунку за нього, дізнаємось у нашого спікера. Сьогодні в студії виконуючи обов'язки директора технічного публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Олексій Рубський. Олексій Іванович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Саме за цим телефоном ви можете поставити свої запитання. Олексій Іванович, будь ласка, отже, зниження норми споживання газу можна вважати полегшенням для тих, у кого не встановлені лічильники. Чи дійсно це полегшення для людей? Ну, починаю свій розговор, сказав би, ізначально, да, неку історію. Почнемо спочатку, так? Так, да. До августа цього року, точніше, прошедшого року, 18-го, норми були порядка 3 метрів кубічних для плит. І в августі місяці були возвращені Верховним судом України норми, вони діючі раніше, це норми 9,8 метрів кубічних для плити, тобто для приготовлення пищі, 18,3 для обогрева води і для приготовлення пищі. Скажу от себе так, що дійсно народ почувствовав якусь определенну нагрузку по цим нормам. Но проводя исследования, Ассоциация газового рынка и компания USAID, независимая компания, определила, что нормы действительно должны быть на 2,5-3 раза выше, чем нормы, будучи до принятия опять Верховного суда, возвращения норм. Потому объективно посчитано, я считаю, что нормы должны быть порядка 9,8 метров кубических на плиту и 18 кубов на приготовление, на подогрев воды. Сейчас, да, было действительно, я тоже смотрю за новостями, было проанонсировано, что будут понижены нормы. Но Николаевгаз является субъектом хозяйственной деятельности, который в первую очередь опирается на нормативные документы. Потому на данный момент пока это не озвучено, точнее не в рядовом курьере не напечатано, и пока мы не видим данного решения в действии. Да, действительно, были заявления, но пока нормы на данный момент остаются прежними по решению Верховного суда. Тобто, щоб наші глядачі зрозуміли, що норми залишаються тими, якими вони були і у 2018 році, так? Так, норми, ще раз повторю, це 9,8 метрів кубічних на одного чоловіка на приготовлення пищі і 18,3 на приготовлення пищі і подогрев води. Норми ще є також там, де обогрев, але вже счетчики встановлені и полностью покрыты, потому на отопление вся область уже покрыта абсолютно индивидуальными узлами учета. Потому про эти нормы вопрос не идет. Вопрос идет пока про эти две группы наших абонентов. И потому пока на данный момент законодательно подтверждены данные нормы. Что будет в ближайшее время, может быть постановление Кабмина, может быть решение регулятора. Посмотрим в будущем, если будет такое решение принято, естественно, эти нормы вернутся. И на ту норму, которая говорит Кабмин, потому вполне возможно, ждем распоряжения. Ну що ж, чекаємо розпорядження. Наші колеги з ЮА «Перші» в день прийняття урядом рішення про зниження норми підготували відеосюжет. Давайте подивимось, будь ласка. Дмитро Шульга мешкає в багатоквартирному будинку в Кропивницькому. Лічильника немає. Якщо на воду я поставив собі лічильник, то на газ якось тоді і тарифи були, ну, цілком підйомними були тарифи, і ну, якби не було, хоча я дійсно думав. У квартирі чоловік живе один, каже, до подорожчання за газ платив майже 20 гривень на місяць, після – близько 50. Вирішив почекати, ну, от, кажу, і якщо дійсно, що підвищиться, повернуться норми, які були, ну, буде мені достатньо невигідно платити без лічильника, то доведеться ставити лічильник. У
«Кіровоградгазі» коментарів не дали. Речниця Олена Нікітіна сказала, після того, як Кабмін ухвалив рішення, говорити нема про що. А це киянка Валентина Остаровська. Лічильника газу теж немає. У три рази більше, так. Більше. Але я заплатила, як раніше, постачання газу. Я живу одна і мало споживаю газу. Раніше приходило 31,98 чи 78, а зараз прийшло майже 90 гривень. Лічильники в Києві встановлює компанія «Київгаз». Їдемо туди. У прес-службі компанії «Київгаз» та «Київгаз Енерджі» кажуть, сьогодні прокоментувати ситуацію, що склалася з платіжками, не зможуть. Пообіцяли надати письмову відповідь до п'ятниці цього тижня. Сьогодні Кабмін повернув попередні норми розрахунку газу на одну особу. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому я наголошую на тому, що ми повертаємося до норми. Була 3,3, буде 3,29. На 0,1 менше. Також прем'єр порадив українцям не сплачувати грошей за газ, нарахованих за завищеними нормами. А тим, хто вже заплатив, зроблять перерахунок, пояснив міністр енергетики Ігор Насалик. Нарахування, які проводили газопостачальні компанії, на сьогоднішній день повинні проводити з тих норм, які були. Тобто ці всі додаткові нарахування, які відбулися, вони на сьогоднішній день є недійсні. Кабмін також рекомендував «Нафтогазу» забезпечити українців лічильниками. Кошти на лічильники – це будуть кошти, які будуть фінансуватися з НАК «Нафтогазу України» і які будуть враховані в їх фінансові показники. Сума десь приблизно, яка обговорюється, це в середньому, я не можу сказати точно, бо це 3,3 мільйона споживачів, це десь порядка 2,5 мільярда гривень. Ось що про таку рекомендацію кажуть у «Нафтогазі». Процес буде залежати з одного боку, як від виділення коштів через фінансовий план «Нафтогазу», а це може рішення прийняти наш акціонер, так і як швидко будуть зміни в кодексі, які дозволять споживачам масово це робити. Торік у листопаді Верховний суд України постановив збільшити норму споживання газу втричі до 9,8 кубометра на людину. І в грудневих платіжках за газ були приблизно втричі вищі суми, ніж у листопадових. Я нагадую, що це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. У нас вже є дзвінок від глядача. Давайте послухаємо. Алло, добрий вечір. Ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Борис Ніколаєв. У мене вопрос. Що имеется в виду подогрев води? От сказав ведучий колега ваш, що газова плита і плюс подогрев води. Подогрев чим води? Колонка или що имеется в виду? Олексій Іванович, будь ласка, глядач запитує, чим підігрівають воду? Що мається на увазі? Добрий вечір. Смотрите, подогрев води имеется в виду, просто в народі так називаємо колонка. Тобто, приготовлення пищі для людей, у кого стоїть газова плита і колонка. Тому найобикновенна колонка, яка стоїть у багатьох абонентів, у нас порядка 4 тисяч абонентів в області, які ще, точніше, в місті Ніколаєві, так як в областях уже в районах эти вопросы давно решены. В городе Николаеве еще порядка 4 тысяч людей, у которых стоит и колонка дома, и газовая плита, которые не имеют учета газа индивидуального. Спасибо. Олексій Іванович, будь ласка, якщо повернутися до відеосюжету, який ми щойно побачили, якщо можна, прокоментуйте. Ну, я вполне понимаю людей, которые переживают за цену на газ. Действительно, есть люди, которые дома находятся мало, есть люди, которые дома не проживают в данной квартире. Но также есть абоненты, которые сдают свою квартиру и сдают, возможно, не одному человеку, или там студентам, или группе каких-то молодых людей. Потому я все-таки считаю, что учет газа должен быть непосредственно в каждой квартире. А если учета газа нет в каждой квартире, то нормы должны быть действительно математически рассчитаны правильно. Тому, переживаю, звісно, за жінку, яка говорила, що вона вдома живе мало, дійсно, такі люди теж є. Тому єдиний вихід – це індивідуальний учет газу. А норми, які зараз є, ще раз повторю, що ми є суб'єктом господарської діяльності. І будь-яке розпорядження Кабміна ми будемо виконувати. Ну, для цього, звісно, потрібно офіційне постановлення, офіційне якесь законодательний акт. А скажіть, будь ласка, чим обґрунтована ця нова норма
экономичная, она обґрунтована? Да, я уже говорил, что было компанией USAID проведено, независимой компанией исследование, и действительно было 55 тысяч домогосподарств, домохозяйств, скажем, изучено. Брались коэффициенты, которые приходятся там на зимний период, на летний период. Потому отсюда, конечно, был вывод, цифры все-таки прямая вещь, да, упрямая вещь. И тут был явный вывод о том, что сейчас в данном случае для среднего, да, для учета по нормам, действительно, все-таки применимы нормы, которые сейчас есть на данный момент. У нас снова звонок, давайте послушаем. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, мы вас слушаем? Не, что-то зірвалось, але я сподіваюсь, що ви все ж таки до нас достучитесь. Втім, Олексій Іванович, будь ласка, чим все ж таки, чи є підтвердження, що саме стільки потребляє газу пересічний громадянин? Понимаете, действительно, ситуация, когда что-то можно посчитать, Действительно, это можно только по индивидуальному учету. Все остальное берется в средних показателях. Я, конечно, не принимал участие личное в подсчете, как это проводилось. Просто читал данную литературу, смотрели, изучали. Но действительно, это математически подтверждено. Потому вижу, ну, не будем, да, зрителям рассказывать, как это все считалось до конца. Но действительно, это есть математическое подтверждение. У нас дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло. Алло, добрий вечір. Вечір. Алло. Добрий вечір, ми вас чуємо. Ви мене слышите? Так. Значить, я хотів би задати маленьких таких два вопросика. Будь ласка. Мені пришлось вчора об'їздити півгорода по поводу рішення. Я хотів, написав заявлення, таку вимогу, щоб пересчитали гроші. С октября месяца начали насчитывать коэффициент, там, кроме 8,55 за куб, еще насчитывают коэффициент с октября месяца за температурный режим, там, как объяснили, и транспортировку газа. Хотя в газетах писал губернатор, чтобы не платили, вызывали полицию. Там. Значит, меня загоняли вчера с Никольской, это я пенсионер на машине, выстоял очередь 18-й столик. Оттуда отправили на Дунаева 34 позади Дворца судостроителей. Оттуда меня отправили на 7-ю Слободскую 70В. Там женщина сказала, я работаю с юридическими вообще лицами. В общем, отправили опять на Адмиральскую. Там опять же выстоял очередь. Там еще нагрубила мне женщина у столика администратора. Ну, подождал еще полчаса, пока приняли мои эти заявления. Вот у меня вопрос такой, что все разбросано по городу, все вот эти газовые организации, ПАТГАЗ. В общем, надо было все-таки, сказали, сдать в ПАТГАЗ. Я повел сразу в Миколаев сбуд. Сказали, неправильно. Ну и вопрос, сказали, что они судятся пока. Что вы можете сказать по этому поводу, когда все это решится с этим коэффициентом? И почему насчитывают пока деньги, если пока не ясно, пока судятся? Будь ласка, Олексій Іванович. Смотрите, приведение к стандартным условиям, действительно, технически есть такая ситуация, да, это если узел учета находится на улице, либо он находится без, ну, так называемого термокомпенсатора, то есть на него может влиять температурные режимы вокруг данного узла учета. Потому есть такой момент начисления по газу, наверное, я сейчас перейду к следующему вопросу и отвечу. То, что касается технической части, действительно, есть такая штука, как приведение к стандартным условиям. Это при условии, это не касается всех абонентов. Тут надо разбираться в каждом индивидуальном случае, почему. Если счетчик стоит внутри квартиры, и счетчик не должен иметь термокомпенсацию, соответственно, на него не влияют какие-либо внешние факторы, тогда надо разбираться в каждом индивидуальном случае. Что касается вашего замечания по поводу поездок по городу, конечно, спасибо за вопрос, просто, наверное, мне стоит расставить определенные точки. Есть Николаев ГАЗ, это публичное акционерное товариство, как сказали, которое отвечает за транспортировку газа.
продажей газа Николаевгаз не занимается, для этого есть другие структуры, потому за них отвечать не могу. В данном случае представительство ПАТ «Николаевгаз» находится на Никольской 25, на Корабелов 11. Это то, что та организация, которую я знаю, то, что мы представляем. Потому за действия других организаций, к сожалению, не могу нести ответственность, не скажу. Если есть такие вопросы, вы пишете заявление в центре обслуживания клиента, в этом случае будет обязательно разбирательство произведено, потому что если не будет справедливого насчета, это все можно спокойно переосмыслить, скажем так, то есть вернуть в обратное направление. А где находится цей центр обслуживания клиентов? Центр обслуживания клиентов находится у нас на Никольской 25, молодочек сказал, и на Корабелов 11. Это в городе Николаеве. Если взять по области, то в каждом районном центре есть открытые новые, Баштанка открывает уже новый центр обслуживания клиентов нового образца, Первомайский сейчас идет стадия открытия, Вознесенский открыт центр обслуживания клиентов, в других районных центрах тоже они есть обязательно. Мы их стараемся выводить в центр для удобности, для удобства людей, потому я недавно был в Березанке на проверке, потому посмотрели, что действительно центр обслуживания клиентов есть и там, достаточно комфортный, достаточно теплый, с нормальным ремонтом, потому стараемся, чтобы людям в этом случае было удобно. Да, действительно, какая-то бюрократическая машина на большом предприятии может быть, но я бы в таком случае пожелал бы нашему зрителю, чтобы он написал письменное заявление. Мы обязаны на него ответить, мы на него ответим так, как есть, и потом с этим заявлением можно спокойно вести дальше разбирательство. І все. Тому тут ситуацію вполне можна рішити. Ви бачите на екранах, зараз ви побачите, шановні глядачі, контактні дані публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз», за якими ви можете отримати необхідну інформацію та роз'яснення. Олексій Іванович, будь ласка, прокоментуйте нашим глядачам. Ну, хотілося б сказати, що «Миколаївгаз» зараз в даному випадку намагається все зробити для облегчення людям доступу, скажімо так, своїм даним. Потому что сейчас цивилизация как бы идет вперед, прогресс идет вперед. Да? Хотелось бы прокомментировать. Первый номер телефона – это номер телефона колл-центра, где вы можете также и оставить показания свои, задать какие-то вопросы, получить на них ответы. Второй – это адрес нашего официального сайта. Любую информацию по поводу каких-либо мероприятий, по поводу каких-то... даже не штатных ситуаций, объявления вы все можете увидеть на сайте mk104.ua. Также мобильный додаток 104 Mobile. Очень удобная вещь, его можно скачать на Play Market, я точно знаю, потому можно им пользоваться, в нем можно и проплаты осуществлять, и смотреть свои данные все. Также в Viber. И остание паблик аккаунт. Так, да, также в Viber можно найти так называемый Viber-бота, да, которому можно передавать свои показания счетчиков, потому что очень важно для корректного учета вовремя передавать данные на «Николаївгаз». У нас снова звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если, допустим, в квартире стоит только газовая плита, нет колонки, какая норма потребления на одного человека? Спасибо за вопрос. Смотрите, в данном случае на сегодняшний день, прошу заметить, на сегодняшний день стоит норма 9,8 метров кубических на одного человека. Если будут приняты какие-то законодательные акты об уменьшении нормы или о каких-либо других изменениях, это будет очень быстро внедрено, собственно говоря, в наш учет. Спасибо. Триває виконання програми зі встановлення лічильників побутовим споживачам. Будь ласка, на якій вона стадії і хто за які кошти встановлює газові лічильники? Олексій Іванович. Да, смотрите, в законі о комерційному учеті газу чітко прописані істочники фінансування установки індивідуальних узлів учету. Хотілося б перше сказати, да, так як не завжди робота помітна для людей, у кого це не робили. Ми за 2017 рік поставили порядка 7,5 тисяч счетчиков індивідуальних безплатно, абсолютно безплатно. В 2018 році поставили порядка 6 тисяч. Тому хотілося б сказати, що ця робота дуже плотно ведеться. В 2019 році також предусмотрено порядка 10 мільйонів на установку індивідуальних узлів учету. Мало того, достигнут, скажем так, сервис о том, что люди после установки узла учета могут не приходить в ПАТ «Николаївгаз», дабы его оформлять. Все делается на месте.
люди получают на месте. Так как в 2016 году еще были немножко, надо было после установки счетчика идти оформлять документы, что-либо делать еще какие-то манипуляции, сейчас этого делать не надо. Все делается на месте, человеку все на месте, выписывают все документы, пломбируют все в очень сжатые сроки. Дальше, согласно закону о коммерческом учете газа, помимо инвестпрограммы, которая у нас утверждена регулятором, которую я озвучил, что мы выполняем, у нас также идет еще другие, так называемые, другие источники, не запрещенные законодательством. То есть это могут быть и личные деньги людей, если у них есть желание приобрести свой узел учета, не ждать очереди, либо деньги с местных бюджетов, либо деньги с любых других источников, не запрещенных законодательством. Потому любые, там, я не знаю, была практика и субвенции, была практика и личная установка счетчиков, да, индивидуальных людей. Потому разные источники. Инвестпрограмма выполняется ПАТ «Николаевгазом» сейчас, ну, на неплохом достаточном уровне. А за яких умов споживача можуть відключити від газопостачання? Я бы разделил этот ответ, наверное, на два. Да? По желанию споживача, в первую очередь, так как человек может себе заказать такую услугу, уезжая, предположим, в какое-либо там путешествие, не знаю, рабочую поездку, как сейчас в последнее время очень часто, да, где-то. А второй момент – это люди, ситуации, когда от людей уже не зависит эта ситуация. Основные, конечно, моменты – это планово-техническое обслуживание. Такое может быть. Мы обязаны были до Нового года проводить его по каждому дому, по внутренним газосетям. Сейчас уже остались внешние газосети. К этому вопросу можно будет чуть позже вернуться. Тут стоит отдельно на этом остановиться. А дальше, то есть мы планово-техническое обслуживание домов до акта раздела границ, то есть до наш, ну, на наших сетях. Олексій Іванович, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, да. А потім повернемось до нашого питання. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання, по цьому ж, у мене счетчик стоїть у хаті, так? Я з Бастянського району, стоїть счетчик у хаті, у теплі. Ну, мені все одно насчитують цей коефіцієнт за прокачку чи за що. Це одне питання. І друге питання. Ну, коли провіряють счетчики, міняють. За чий счет повинні міняти? Є таке указання правительства, що міняти за счет газового хазяйства. Ну, коли счетчик виходить із строю. Це друге питання. І третє, якщо там у правительстві сидять милі обличчя чи лички, і вони не можуть договоритися між другими, то як мені в 76 років оце зрозуміти? Спасибо за відповідь. Спасибі, будь ласка, Олексій Іванович. Постараюсь постепенно ответить. Спасибо за вопрос. По поводу того, что счетчик стоит в доме в тепле, надо определенные технологии тоже выдерживать. Если счетчик стоит от окна меньше, чем 1,5 метра, на него есть все-таки влияние внешней среды. Это по правилам. Второй вопрос, постараюсь ответить тоже. Что касаемо замены узлов учета. Да, прошу прощения, замены узлов учета. Только в декабре месяце, в конце года 18-го, 27 декабря, если я не ошибаюсь, было постановление национального регулятора, который контролирует работу энергетической сферы НКРЭКП, в котором было четкое разъяснение, что оператор ГРМ должен менять узлы учета, которые вышли из счета, из строя, при условии этих денег, заложенных в тарифе. На сегодняшний день в тарифе, который в структуре тарифа, который имеет Николаевгаз в своем пользовании, нет таких заложенных средств. Потому ответ тут в данном случае, есть разъяснение НКРЭКП, если я еще раз говорю, не ошибаюсь, 27.12.2018 года. Тобто за власний рахунок. Тобто за власний рахунок. Олексій Іванович, повертаємось до нашого питання щодо відключення. З яких умов можуть відключити від споживача, від газопостачання? Ви сказали, що, по-перше, це якщо громадянин виїжджає кудись. А ще, і дуже коротко давайте, щоб ми встигли, ще в мене є питання. Так, смотрите, і що може бути ремонт сітей? Також в інвестпрограмі предусмотрено ремонт сітей, которые, опять же, влияют на бесперебойное газоснабжение. Вы сами понимаете, сетям около 50 лет. Мы меняем сейчас, в частности, 3 газопровода высокого, среднего давления, которые это большой кусок работы. Также еще одними вопросами может быть причиной ремонта – это порыв, то есть аварийная ситуация.
Об этом, конечно, уведомить уже невозможно никого. Потому это такие спонтанные, скажем так, ремонты, отключения. Но при этом задействуется максимальное количество бригад для того, чтобы людям бесперебойно в этот же день пустили газ. У нас недавно был такой порыв. Осталась и больница без газа. Все в мороз, в холодную погоду сделали. В тот же вечер был пущен газ. Потому над этим вопросом работаем. И касаемо отключений причин, еще что может быть, это самовольная установка каких-то либо приборов без получения на то разрешения технических условий и проектов. Без погоджения с людьми, без так? погоджения, да, с Николаевгазом, да, через технические условия, через проект согласованный. Потому тут очень серьезный вопрос, часто недооцениваемый, потому как некорректная установка не в том месте, не того оборудования может привести к очень серьезным аварийным последствиям. Потому призываю людей в данном случае на это очень сильно обращать внимание. Будь ласка, за які кошти виконуються ремонтні роботи на газових мережах і які вони? Смотрите, в данном случае летом был отменен 35-й приказ, так называемый, когда Николаевгаз и любой оператор ГРМ, в любой области есть такое предприятие, да, должны были обслуживать внутренние домовые сети. Потому разделять этот вопрос надо на две части. Это внешние сети, которые подводящие к домам, которые абсолютно бесспорно ремонтируют Николаевгаз, которые ремонтируются как за счет инвест-программы, так за счет плану заходов, которые у нас предусмотрены каждый год на ремонт сетей, на восстановление сетей, на переборку кранов и так далее. Действительно большой тоже кусок работы. А также это внешние сети, также по внутренним сетям. Сейчас с отмены 35-го приказа внутренние сети должны ремонтировать балансоутримувачі або орендарі, або господарі помешкань. То есть хозяева своих собственных домов должны, по сути, уже обеспечивать поддержание своих сетей. Це все, про що ми встигли сьогодні поговорити, але в мене залишились ще питання, не лише в мене, а у наших глядачів. Тому і чекаємо на наступну зустріч. А на сьогодні все. Зустрінемося у понеділок. На все добре.